Ребята, всем привет, меня зовут Юля Пушман. Сегодня вы узнаете меня поближе, поменяете свое мнение обо мне, надеюсь, что в хорошую сторону, хотя... Такие вопросы. Я в шоке. Буду я отвечать максимально на все, что вы задавали. Возможно, что-то при монтаже я буду вырезать, потому что буду ссать, выкладывать такие подробности моей жизни, но зато это правда. В моем инстаграме, на который вы можете подписаться, потому что я улетаю в Турцию через пару дней, буквально завтра, и буду постить оттуда фотки, истории, мы будем там вместе с Кариной, поэтому обязательно, ну, подпишись, короче. Я в своем инстаграме сделала опрос, типа, ребята, задавайте вопросы, для видео было или не было. И сейчас мы будем оттуда все это читать. Самый любимый вопрос у всех. Давайте сразу начнем с нормальных вопросов, а не с этой всей каши. Просто дофига людей написали это, я не удивлена, я с радостью отвечу. Такой вопрос, причем это Маша Хребко задает. Секс в общественном месте. Там еще было любовь в общественном месте. Я думала выбрать это, но раз Маша решила написать, да, было. Но, могу так сказать, мне не очень понравилось. В том плане, что все-таки я такой человек старой закалки. Все равно в таких местах не будешь чувствовать себя комфортно на 100%, а я такое не люблю. Мне нравится, когда комфортно, удобно, спокойно и все классно. И никто тебя не потревожит. Поэтому я не знаю, мне, конечно, нравится адреналин, но в этом плане... такое. Конфликт с блогером. Мне кажется, я очень неконфликтный человек, и я даже не помню, было ли такое, что у меня были какие-то конфликты, но я думаю, что, наверное, да, и, скорее всего, это было, может быть, даже не по моей вине, я просто даже не припоминаю. Были ли у тебя шрамы? Да, у меня есть шрамы, их достаточно много на моем теле, но что поделать? У меня даже на руке только 2 шрама, причем один я подскользнулась, когда бежала в ванную на даче после бассейна, и в дверь въехала, вот здесь у меня шрам. Это я сыр резала и отрезала себе кусок руки, ну как бы нормально. На ногах у меня куча просто шрамов, аж с детского садика, знаете, остались. Отказывала подписчику фото. Да, такое было. Напивалась до беспамятства. Нет, со мной такого не было. Я думаю, что, знаете, я один из немногих людей, которые умеют пить. Один раз только мне было плохо от алкоголя. Это было давным-давно. Я рассказывала даже об этом в своем видео про то, как я похудела. Про тот случай, когда я была в Болгарии, и мы там с девочками пили алкоголь. И, короче, нам попался, видимо, какой-то плохой алкоголь. И вот тогда мне было реально плохо. Это был единственный раз, когда мне было очень плохо. Ну, я думаю, вы догадались, о чем я. Это когда тебе, ну, очень плохо, и он как бы наружу выходит. Вот, но чтобы до какого-то беспамятства, у меня такого никогда не бывает, я всегда знаю меру, то есть сколько бы я ни выпила, у меня были случаи, когда я могла выпить, ну, как сказать, много. На мой день рождения я могла выпить много, мне могло быть не очень хорошо, я могла шататься даже, да, ну, как бы... Все мы люди, всякое бывает, чё уж лукавить. Но так, чтобы я что-то не помнила, так, чтобы я не понимала, что происходит, что я говорю, что я делаю, такого у меня никогда в жизни не было. Я очень рада. Я знаю людей, которые выпивают, они не знают, куда им надо остановиться, и потом просто им пипец. Они просто ни хрена не помнят, они не могут добраться до дома. Изменяла ли ты парню? Я очень плохо отношусь к изменам, и я считаю, что, это, знаете, такое, типа, зачем изменять, просто расстанься с человеком, если ты его не любишь, и все. Но у меня было такое, что я считаю, что это тоже измена, и даже если говорить о том, что когда человек в отношениях, но при этом думает о другом человеке, для меня это тоже в каком-то роде измена, потому что ты, может, не физически изменяешь, но в душе уже, да, там, сердцем ты думаешь головой, да, про другого. У меня было такое, что я встречалась с парнем, но... целовалась с другим парнем. И потом, конечно же, я расставалась со своим парнем. Знаете, самый главный, самый ключевой момент, наверное, это если ты можешь себе такое позволить, значит, ты не любишь человека, который рядом с тобой. Потому что, когда я люблю человека, я не то чтобы там не думаю о ком-то другом, ну, мне даже неинтересно вообще представлять, что кто-то там мог бы со мной поцеловаться, нет. Поэтому я думаю, что... да. Да, было, я считаю это изменой. Поцелуй был. Да, но, знаете, я такой человек, я очень к этому сложно отношусь. Я этим не горжусь, я считаю, что так тоже делать не нужно. Но, с другой стороны, знаете, иногда сложно расстаться с человеком, потому что какая-то привязанность может быть, и ты думаешь, типа, блин, вдруг я совершаю ошибку. Но когда происходит поцелуй, тебе как бы становится как будто бы легче и понятней. Ну, я не знаю. Сложно. Ладно. Секс на первом свидании.
Нет, у меня такого не было и быть не могло. Сколько вы меня знаете, мне кажется, я всю жизнь в отношениях. У меня было только два парня в моей жизни. И я, наверное, не хотела бы и не стала бы. Потому что, блин, я считаю, что нужно узнать человека. Всякое бывает. И не всегда первое впечатление правдивое. Поэтому всегда нужно подождать, подумать. И я считаю, что если даже вы влюбились в человека и уже какое-то время общаетесь, лучше максимально оттянуть этот момент, потому что... Ну, не знаю, мне кажется, это какая-то тайна. Ездила в Макс среди ночи, потому что очень захотелось. Да, такое было не один раз вообще. Было ли такое, что тебе не нравится что-то в Карине, но не говорила пример? Мейк, стиль, наверное, имелось в виду. Я всегда Карине говорю так, как есть, всегда говорю, что я считаю. Ну, даже недавно она говорила про свой макияж очень яркий что-то. Я ей говорю то, что... В целом необычно, но, типа, если бы ты растушевала где-то там тени, было бы лучше, потому что так выглядит очень дерзко, что ли. Вот, то есть я могу ей что-то сказать, свое мнение, но такого не было, что я смотрю на нее, думаю, боже, какой ужас, но ей не говорю об этом. Обсуждала за спиной своих подруг. Да. Да все пофиг, господи, все друг друга обсуждают. Просто вопрос в том, как ты их обсуждаешь. Провокационный вопрос, но я на него отвечу. Целовалась ли ты с девушкой? Да. Да, твою мать. Да, такое было. Это, кстати, была неплохая такая тусовочка. Мой день рождения. Знаете, у меня очень часто дни рождения такие, с одной стороны, кажутся очень классными, спокойными, но по факту там происходит всякая дичь. У меня были такие отвязные днюшки, что я себе даже представить не могу и вообразить, что реально это было со мной. На какой-то моей днюхе, я не буду говорить, сколько мне исполнялось, но это было давно очень. В общем, мои подружки были, друзья, и, в общем, мы все напились, все перецеловались, да, такое было. Я об этом не жалею. Но повторять я бы это не стала. Если говорить о том, нравятся ли мне девушки, как девушки, нет. Ну, типа, я люблю мужчин, это 100% информация, но был у меня такой опыт, который не принес мне, конечно же, никакого удовольствия. Это был такой чисто интерес. Но не осуждаю людей, которые там целовались тоже с девушкой, там, девушки. И, конечно же, не осуждаю, ничего не говорю про людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Абсолютно спокойно, нормально к ним отношусь. Это их дело, это их жизнь, и пусть они все будут счастливы. Просто я про себя говорю, что я люблю мужчин. Мой любимый вопрос, просто считаю, что нужно его выделить максимально. Пукало при парне. Я считаю, что в отношениях, и когда вы живете с парнем, вам должно быть максимально комфортно, просто максимально. Вы должны спокойно ходить в туалет, например, ну, типа, не стесняться друг друга. Но что касательно пуков, это для меня очень закрытая тема. Пукать и рыгать не делаю при своем парне. Такое, что я считаю, жесть. Конечно, есть много каких-то моментов, которые не хочется показывать парню, делать при нем что-то. Это логично, потому что вы стесняетесь, и вы хотите быть принцессой до самого конца. Но так или иначе, это не получится сделать, когда вы живете с парнем. Поэтому да, действительно, было такое, что я это сделала при парне. Это было не специально. Я не знаю, как это еще назвать, но это было очень тупо. И мне странно, что я это рассказываю на интернет, на всеобщее обозрение. Но, черт возьми, вопросы такие задаете. Я живой человек. Я уверена, у всех у вас были какие-то тупые ситуации, за которые вам не то что стыдно, но типа, блин, так нелепо, он меня больше не будет любить. Пробовала сигареты. Я никогда на эту тему не говорю. Никогда вообще в интернете не говорю на эту тему. Конкретно то, что касается меня. Но да, я пробовала, даже был период в моей жизни, когда я курила сигареты, но это было, наверное, года полтора назад, и я даже помню, как я их начала курить, я очень жалела об этом. Мне было очень от этого обидно, потому что я всю жизнь, реально, до там определенного возраста не курила и относилась к людям, которые курят, типа, фу, боже, какой отстой, что вы курите, вы, наверное, и люди дурацкие, с вами, наверное, пообщаться не о чем. Но потом, типа, сама начала курить, об этом очень жалею. Я уверена на 100%, что я бы не начала курить, если бы не встречалась с парнем, который курит. Я очень много лет была вообще убеждена в том, что у меня непереносимость, и мне максимально неприятен дым сигарет. То есть, когда я иду просто по улице, и я чувствую запах вот сигарет, дым, мне так не нравится, думаю, господи, как воняет отвратительно. То есть, я не знаю почему, но прям отстой. Ужасная сложная история.
Теперь уж скрывать нечего, я курю Айкос. Это правда. Почему я об этом говорю сейчас и в видео? Хотя я не хотела об этом говорить вообще, никогда эту тему не затрагиваю. Мне не нравится говорить об этом, не нравится рассказывать, что я там курю. Но да, это так, и я долго думала рассказать об этом, потому что мне казалось, что в этом такого. Типа, люди спокойно курят вообще некоторые в историях там, да, блогеры. Но мне это не очень нравится, просто, да, это есть в моей жизни, но я не хочу это выставлять в интернет, показывать, что, смотрите, я курю. Мне это не нравится просто потому, что я не хочу, чтобы мои подписчики начинали курить, думая, что это круто. В Болгарии мы с Кариной проводили трансляцию, и там я спалилась. Вот, и потом дня три, наверное, все постоянно писали в трансляцию: Юля, ты куришь, и все такое. Так что вот, но мы эти вопросы игнорировали, и Карина несколько раз начинала ржать в трансляции из-за этого, но теперь вы знаете, и вас всегда интересовал вопрос, кто же курит, Юля или Слава, Карина или Юля, так что теперь вы знаете. Не буду выставлять это видео. Итак, следующий вопрос. Наконец-то мы ушли от этой темы ужасной. Делала тест на беременность. И не один раз, много раз делала. Не потому что ждала ребенка и надеялась, нет. Вы знаете наверняка, кто смотрел мои недели влогов, то, что я такой человек. Мне хочется исключить вероятность того, что я могу просто залететь. Для меня важно именно планирование ребенка. И я хочу сделать это обдуманно. И, во-первых, я даже не замужем. Опять же таки, часто спрашивают про мое кольцо, которое у меня на этой руке, на этом пальце. Вообще, я думаю, может, это плохая примета здесь носить кольцо до замужества, потому что это просто кольцо, которое мне на этот палец подходит по размеру, а на левой руке оно у меня болтается и неудобно. Я даже пробовала как-то ходить с кольцом на этой руке, но не получалось, меня это так бесит, потому что оно мне нравится, но на другие пальцы не налезает, меня это бесит. У меня часто спрашивают, нет, я не замужем, клянусь. И вот как минимум мне нужно выйти замуж. А делала я тесты, потому что, может быть, там была какая-то задержка женских вот этих всех дел, и я могла, может быть, даже переживать, но на самом деле считаю, что предупрежден, значит вооружен. Я такой человек, мне надо, чтобы все было ок, по полочкам, чтобы никаких приколов, сюрпризов не было. Я не очень люблю сюрпризы. Ссорились со Славой настолько, что думала, что это конец. Думаю, что, наверное, была такая ситуация один раз, но это, типа, знаете, не тот момент, когда ты расстаешься с человеком, потому что ты его не любишь, а просто было некое недопонимание между нами. Это было давно уже, ну, наверное, год точно прошел с того момента. Так как мы друг друга сильно любим, этого не произошло, поэтому дальше. Признавалась первой в любви. На самом деле я из тех людей, которым несложно первой извиниться, первой признаться, то есть я в каких-то моментах гордая, наверное, но я могу засунуть эту гордость куда подальше ради человека, который мне нравится, которого я люблю. Странно, нет, я не помню такого в таком уже более осознанном возрасте, чтобы я признавалась кому-то первой в любви, что странно, хотя для меня это максимально несложно, я бы могла это сделать, но так выходило, что парень первый признавался. Врала человеку, чтобы не обидеть его. Я не помню, как бы, какую-то ситуацию, не вспомню сейчас, но наверняка такое было. Задерживали ли тебя правоохранительные органы? Нет, слава богу, со мной никогда не было никаких таких ситуаций. Да и знаете, ну типа я считаю, что просто лучше не нарушать законы и все делать нормально, там по порядку. Материлась при родителях Славы. Я точно материлась при своих родителях, только при бабушке и дедушке я это не могу делать, но при своих родителях я это делала. При родителях Славы, мне кажется, что я не материлась. У меня такой вопрос, я материлась при твоих родителях? Нет. Нет? Мне тоже так кажется, нет. Я спросила у Славы, он говорит, что я не материлась при его родителях, я очень рада. Ну блин, это как-то некрасиво, что ли, я не знаю. А жалела ли ты когда-нибудь о том, что рассталась с Фарой? А, не было. Не жалела. Вообще считаю, что не нужно жалеть. Также там был вопрос, не знаю, сейчас увижу его или нет. Потеряла, наверное. Но был такой вопрос, жалела ли я о том, что мы встречались с моим бывшим молодым человеком. Нет, я об этом не жалела, не было. Я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. И я не жалею, и вам никогда не советую жалеть о том, что было в вашей жизни. Наоборот, подумайте о том, что было в вашей жизни, извлеките из этого какой-то урок для себя. Получала
штраф из-за своей невнимательности на дороге. Было такое, что я забывала оплатить парковку, но сейчас я об этом не забываю, потому что 5000. Просто 5000 и все. Очень хорошо тренирует память, между прочим. Очень многие почему-то спрашивают, воровала ли я что-то, воровала в магазине. Я не воровала, я никогда в жизни ничего не воровала, ну как-то для меня это странно, типа у меня никогда такого не было, что, ой, там, блин, хочу вот эту конфету, но платить не хочу. Наверное, было, знаете что, я могла в Ашане сожрать мармеладку, вот такое, наверное, было, но и то, знаете, я такое не люблю, это было, может, пару раз за всю мою жизнь, но мне это неприятно, мне это не нравится, мне проще либо это купить, либо это вообще не есть. Ну, если говорить про еду. Но какие-то вещи там, типа, канцелярские какие-то, допустим, я никогда тоже не воровала. Не было такого, что мне понравилась ручка, я решила ее украсть, потому что, ну, ручка. Что, ее спрятал, быстро и ушел? Нет. Для меня это страшно, я вообще такой человек, знаете, я очень уважаю закон, потому что я не хочу иметь каких-либо проблем с законом. Для меня это страшно, и поэтому я просто живу по совести, в первую очередь, моральным принципам, ну и, конечно же, не забываю чтить закон. Ела корм Вивьены? Нет, я не ела корм Вивьены, но могу так сказать, что однажды в своей жизни я попробовала кошачий корм. Фух, ну что ж, ребят, мне кажется, я ответила на много вопросов, даже на те вопросы, на которые не хотела вообще никогда в жизни отвечать в интернете, но я все чаще думаю о том, какая к черту вообще разница всем посрать. Ну, расскажу я о том, что курю Айкос. Ну и что? Ну, расскажу я, что у меня там было в общественном месте. Ну и что? Всем посрать, реально. И это самое страшное. Знаете, иногда мне кажется, что бы я уже не сделала в этой жизни, кто-то сделает что-то еще хуже. Кайф, выпьем за это. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое такое видео. Мне реально сложно это все удалось. Я даже в шоке. Я не знаю, мне кажется, я сейчас, когда буду монтировать все это, вырежу нахрен. Это ужас. Сложно осознавать, что я это рассказала в интернете. Но с другой стороны, блин, меня так бесит, я так ненавижу. Я не считаю это обманом, то, что я какие-то вещи не рассказываю. Меня бесит, что люди же не тупые, люди же все знают и понимают, а я не рассказываю. Особенно тупо, когда люди палят. Типа, например, тот же Айкос у меня в видосах, а я такая, не знаю ничего. Я не буду на это отвечать, и меня это бесит. Но с другой стороны, я имею полное право что-то вам не рассказывать, что-то оставлять для себя, свою личную жизнь, не выносить все на всеобщее обозрение. Все мы люди, поэтому, если что, не осуждайте. Но в любом случае, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть такое видео. Надеюсь, что вы будете себя хорошо вести, не будете делать какие-то безумные вещи, которые, возможно, там делала я. А я вас безумно сильно люблю. Целую, обнимаю, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки этому видео, если вы уважаете меня за мою смелость. Мне реально было сложно рассказать об этом, практически обо всем, что я вам рассказывала, но, в общем, поставьте за это лайк, мне будет приятно, и напишите в комментариях вообще, что вы думаете, что вы делали, тоже поделитесь какими-то секретиками о себе, что было в вашей жизни. Всем пока!